Галечка, а что ты сегодня прям такая вся сияешь? У тебя ж парень появился. Давай, показывай его фотки. Да ну не гони. Давай. Хочу сразу предупредить, что на фотографиях он получается не очень, а в жизни вообще охуенный. Да давай же показывай. Это он в качалочке. Это сидит. Пятки не оторвал, ровный пацик. Ебать, ровный не то слово. А тут-то он нам кушать готовит. Да с чипсы. И что теперь, они просто недосоленные были. А еще бабонька, он у меня бизнесмен. Алло, баба Маня? А ты не прихуела, блядь, куличи по 300 рублей продавать? Ёб твою мать, позор-то какой. О, девочки, приветик, я перезвоню. Как, кстати, часы стоят? Это хуй у меня стоит-то, у часов просто батарейка села. Постой, ты хоть одну минуту молча. Что, какие у вас планы? А что ты можешь предложить? Ну, если хочешь, я тебя могу научить яйца красить. Девочки, извиняюсь, отойду на минутку. Что случилось? Что ты приперся? Да, это, ну я в гости. Ты бался нахуй в будку, блядь, к себе, вечером приду. Ну ладно. Охуенный пацан, я бы с ним покувыркалась. Вы охуели, блядь? Это мой ёбы.